поединок в UFC, скажи, с каким настроем ты выходишь? Мы ждали этот дебют очень давно с тренерами, со всеми мишенями. И настрой у нас самый лучший, потому что очень долго к этому готовились, очень долго ждали этого. Ты показал феноменальный атлетизм сейчас даже на открытой тренировке, при том, что сейчас идет весогонка. Я подозреваю, что в поединке ты собираешься показывать то же самое, а то даже и лучше. Ну, надеюсь, бой будет не скучным для моих болельщиков, зрителей. Так что я постараюсь. С нетерпением ждем, желаю тебе успешного дебюта. Если болельщикам, там, зрителям, которые сегодня пришли, первую очередь хочу поблагодарить их за то, что они пришли. Сказать всем спасибо. И я подготовил пару мелких подарков для них. Кто задаст самый интересный вопрос? Сегодня не задают вопрос. Нет. Ну, жалко. Да, я думаю, я даже уже знаю, кому подарить. Все, желаем вам. Сейчас, дорогие друзья, кому-то достанется подарок. Аплодисменты. Хочу поблагодарить вот этого парня, который пришел. Я хочу подарить ему кепку и UFC-шку.